喜欢。Для абрикосового сока нам нужно спелые абрикосы, вот такие мягкие, сахар и вода. Для начала убираем косточки и кладем абрикосы в кастрюлю. Наливаем воду и ставим на огонь. Варим полчаса. Убираем с огня. Измельчаем блендером до однородной массы. Берем побольше кастрюлю и пропускаем через сито. Ставим обратно на огонь . Добавляем воду и сахар . Перемешиваем и варим еще 30 минут. Убираем пенку
полчаса варим с момента кипения. Наш сок готов. Разливаем по бутылочкам и закрываем. Вот такой вкусный сок у нас получился. Замечательно освежает в летнюю жару. К тому же его можно хранить на зиму.